Всем привет! Я люблю VHS-контент. Нет, не тот, который просто вышел на кассете, а то, что на Ютубе. Как вы уже поняли по моим словам, я люблю VHS-контент, а точнее VHS-хорроры. Они антуражные, жуткие, интересные. Из моих любимых проектов такого формата я лишь могу назвать «Файлы Волтона», «Каталог Мандела» и «Needlemouse». Больше относительно крупных проектов я, к сожалению, и не вспомню, потому что они просто не въелись мне в память. Хочу быть с вами честным. С VHS-хоррорами я познакомился через обзоры с канала Лунные Янки. Как-никак, я люблю всякую интернет-жуть. Это не обзор на конкретное произведение. Это обзор целого жанра. Если вы хотите от меня обзор или реакт на какой-нибудь хоррор, то пишите мне об этом в комментариях. Я буду рад их почитать. Как обычно, этот видос будет поделен на несколько частей. Часть первая. Мини-проекты. Очевиден тот факт, что существуют не только относительно большие проекты по типу каталога Манделлы. Также существуют относительно короткие и односерийные проекты по типу этого. Ну или этого. Доктор Ливси. Мерзкий, старый и самый страшный пират. Охотится на Трелани, Смолета и Флинта. Ненавидит все живое. Мизантроп. Характер пренеприятный. Друзей съел. Вдовец. Как вы понимаете, они оба шуточные. Ну сами подумайте, ВХС Остров Сокровищ, но это же абсурд. Поэтому считаю его шедевром. Они забавные и в то же время жуткие. В этом и есть их прелесть. У этих двух проектов достаточно неплохой визуал и прекраснейший саунд-дизайн. Ссылки на эти два видеоролика я оставлю в описании. Часть 2. Крупные проекты. Помните, я ранее упоминал большие VHS-проекты по типу The Walton Files? Так вот, у каждого из этих проектов есть свой сюжет, но чаще всего он поется не напрямую в лоб, а какой-нибудь загадкой. Да и в этом и есть их прелесть. Интересный и в то же время жуткий сюжет и ужасающий визуал, и не менее жуткий саунд-дизайн, и даже интерактив со зрителями, ну по крайней мере в некоторых случаях. Часть 3. Жуткий визуал. Визуал поистине жуткий и атмосферный. Да, просто посмотрите на эти эффекты, которые пытаются передать баги визуала, как на VHS-кассетах. К плюсам визуала я могу перечислить стилизованный текст, жуткие эффекты, а иногда даже мемы, по типу Ша-бургер или фоторобот-албанца. Забавно. Часть 4. Саунд-дизайн. Я люблю саунд-дизайн VHS-видео. Послушайте сами. Думаю, вам понятно, почему я люблю саунд-дизайн VHS-хорроров. И сейчас вам даже перечислю причины, если вы их, конечно, не поняли. Например, подбор звуков. Вместо тишины играет джунки ambient. Второй причиной является голос. Он всегда как-либо жутко обработан, или же просто звучит органично. Да, список небольшой, но это уже достаточно для полного погружения. Особенно если смотреть в наушниках. В хороших наушниках. Всем советую.
Конец. В итоге я вам могу сказать, что это реально хороший жанр, который я могу вам посоветовать. Ссылки на материалы, которые я использовал, будут в описании, чтобы вы тоже могли ознакомиться. Всем пока и увидимся в интернете.